Автовокзальном микрорайоне сегодня торжественно открыли аллею маршалов. На ней увековечены имена героев, выковавших победу в Великой Отечественной войне. 8 первых бюстов крупных военных деятелей на мемориальном комплексе были установлены в этом году, к 9 мая. Еще 6 установили ко дню освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. События Великой Отечественной войны навсегда останутся в нашей памяти. В церемонии открытия приняли участие представители власти, городская общественность и студенты. Всего около 4000 человек. Они почтили память солдат и офицеров минутой молчания и возложили цветы к вечному огню. В честь торжественного открытия аллеи маршалов был дан оружейный салют. Октября 1943 года освобождением Краснодарского края завершилась битва за Кавказ. Войско 56-й армии в результате стремительной атаки разбили врага и к 7 утра вышли на берег Керченского пролива, завершив последний этап битвы. За 30 дней ожесточенных боев было разгромлено 10 германских и румынских дивизий. Четырем нанесен тяжелый урон.